не выплачивал зарплату в течение нескольких месяцев 159 сотрудникам, хотя имел возможность, и задолжал им около 8 миллионов рублей. В этом обвиняют гендиректора строительной компании «СУОР». Однако пока шло следствие, он признал вину и погасил задолженность. Поскольку обвиняемый не судим, ему инкриминируется совершение преступления небольшой тяжести, он в полном объеме загладил перед потерпевшими причиненный им материальный вред по его ходатайству, а также с учетом мнения потерпевших, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о его прекращении и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.